Всем известно, что морскую воду пить нельзя, так как в ней содержится очень много соли, а чтобы вывести эту соль из организма, то нужно большое количество пресной воды. Так как у нас длительные переходы и нет возможности пополнять наши пресные цистерны, то у нас имеется опреснительная установка, опреснитель называется, Fresh Water Generator, которая, собственно, и делает из морской соленой воды пресную. Я сделаю серию видео про него. В первом видео я расскажу, как запускается опреснитель. Второе видео сделаю, как останавливается. И третье, когда мы будем производить чистку опреснителя, я расскажу и покажу, как он устроен. Сильно вдаваться в подробности не буду. Как, откуда, зачем и почему идет вода, чтобы не замыливать вам мозги. Если видео, к примеру, будет про запуск опреснителя, буду показывать шаг за шагом, что я делаю. В общем, плить воду не буду. Все будет по делу. А вы уже начинающие механики, смотрите, как все это выглядит и как устроено. В дальнейшем будет легче. Если у вас возникнут вопросы, пишите в комментариях, пишите в Instagram. Всем всегда отвечаю. Не знаю, камера передает или нет, но сейчас находимся в открытом океане и видно, как плавает мусор. А то, что находится у берегов, вы можете увидеть в документальных фильмах. Это, честно сказать, смотреть на это страшно, стыдно за людей, позор просто. Это я к чему? Где бы вы ни находились, не нужно выбрасывать мусор за борт. Есть специальные мусорные контейнеры, есть инсинератор, в котором сжигается практически весь мусор. Про него я, кстати, также сделаю пару видео. Берегите планету, с каждым годом она становится все хуже и хуже. И это в первую очередь, конечно же, все зависит от нас. Привет всем, кто меня смотрит. В данном видео я покажу, как запускается опреснитель. У нас, как и на большинстве судов, есть 4 танка для пресной воды, которую мы сами производим с помощью опреснителя. Я сейчас нахожусь возле танка пресной воды левого борта. В данный момент в нем находится 70 кубов или 70 тонн воды. Сейчас мы откроем пополнение данного танка, запустим опреснитель, и опреснитель начнет производить воду в этот танк. Открываем клапан пополнения. Это второй танк пресной воды, называется он дистиллятный танк. Из этого танка мы пополняем теплый ящик для питательной котельной воды. На правом борту также расположен 2 танка, это drinking танк, то есть питьевой танк. Из этого танка drinking гидрофор давит воду на наш камбуз. Четвертый танк пресной воды объемом 114 кубов. А это гидрофоры пресной воды, этот служит для бытовых нужд. Как-нибудь сделаю отдельное видео, как он устроен и как он работает, но сейчас не о нем. И второй питьевой гидрофор, который нагнетает воду на камбуз. Здесь все, идем запускать опреснитель. Перед запуском любого механизма проверяем, чтобы все клапаны на системе были открыты. Открываем клапан выхода морской воды. Это инжекторный насос опреснителя, он нагнетает забортную воду в опреснитель,
которая нам нужна для охлаждения конденсатной части и которую мы, собственно, будем выпаривать. Открываем клапан ввода забортной воды на насос. Клапан нагнетания после насоса. Здесь все открыто, идем к опреснителю. Открываем клапан выхода забортной воды после эжектора. Это и есть эжектор, с помощью него создается вакуум в опреснителе. Все клапана у нас открыты, открыли пополнение на пресный танк, перед и после насосом открыли, за борт открыли, после эжектора открыли, все, можно запускать насос. Насос работает, сейчас у нас будет появляться вакуум в опреснителе. По манометру видно, что у нас вакуумируется опреснитель, значит все идет плавно. По этому термометру мы будем смотреть, какая температура у нас в опреснителе. Пока образуется вакуум, давайте на словах расскажу, как работает опреснитель. С помощью эжекторного насоса и самого эжектора мы создаем вакуум в опреснителе. При атмосферном давлении вода закипает при 100 градусах, а в вакууме при 45. Конечно, все зависит от вакуума. Если вакуум хороший, то и начнет кипеть при 40 градусах. На испаритель поступает горячая вода, которая охлаждает зарубашенное пространство главного двигателя. Испарительная вода начинает закипать, и она же охлаждает испарительную часть опреснителя. Затем пар начинает подниматься вверх. Вверху у нас находится конденсатная часть, которая охлаждается забортной водой. Пар конденсируется, и затем этот конденсат мы откачиваем в танке с пресной водой и используем уже по назначению. Это дистиллятный насос, который, собственно, откачивает пресную воду в танке с пресной водой. В среднем наш опреснитель производит за сутки 26-27 тонн воды. Это соленометр. С помощью этого сенсора мы смотрим, какая соленость конденсата у нас находится на нагнетании насоса. Нормальная соленость находится в пределах от 0 до 10 ppm. Также скоро на канале будет видео, как мы его чистим. Там уже увидите более детально, как устроен опреснитель. Стараюсь показать и рассказать по максимуму, как он устроен. Все, начинаем запускать. Это клапан питательной воды. Эта вода поступает на испаритель, охлаждает его и, собственно, она испаряется. Открываем его.
смотровому стеклу видно, что вода начала поступать на испаритель. И эту воду сейчас эжектор откачивает за борт. Бак у нас отличный, можно открывать греющую воду для опреснителя. Сначала открываем выход примерно на 40-50%. Открываем ход, спешить не нужно. Открываем примерно на 10-20%. На этом термометре мы можем увидеть, как постепенно поднимается температура входа греющей воды. Видно, что поднимается. Здесь у нас находится выход. Тоже видно, поднимается. Также тактильно уже чувствую, что вода идет. Теперь не спеша нам необходимо поднимать температуру, то есть понемногу будем открывать клапан входа греющей воды для опреснителя. Температура в опреснителе также поднимается, уже 40 градусов. Нам ее необходимо поднять до 46-48. В инструкции также написано, что после того, как прохимичили опреснитель, то питательную воду необходимо открывать на максимум. Это конденсатная камера или конденсатный бачок. В нем собирается пресная вода, и уже из него дистиллатный насос откачивает воду в танке. Конденсат сюда засасывается от конденсатных пластин с помощью этой трубки. Она соединена с эжектором, и в ней находится вакуум. И с помощью этого вакуума весь наш дистиллат собирается в этой камере. Которая идет насасывание насоса. Также, если эта камера будет полная, то лишний дистиллят будет просто уходить за борт. Сейчас этот бачок полный, и часть пресной воды уже уходит за борт. Уже испаритель прогрелся, открываем полностью вход. Вот и выход у нас полностью открытый.
температура 46-47. Питательная вода в норме. Теперь открываем два клапана нагнетания нашего дистиллята после счетчика. Здесь у нас расположен соляной клапан. Если соленость превышает 20 ppm, то он открывается и сбрасывает дистиллят обратно в питательную линию. Также открываем шаровый клапан перед соляной. Соленость у нас сейчас 195 ppm, то есть сейчас дистиллят будет сбрасываться. Запускаем конденсатный насос. Нагнетание 1,5 кг. Вот сейчас у нас наша вода, которая 195 ppm, идет обратно в питательную линию. Как только соленость будет ниже 20 ppm, то вода пойдет в наши пресные танки. Температура немного просела. Начинаем прикрывать байпасный клапан, чтобы больше греющей воды пошло на опреснитель. Снижается уже 18 ppm. В данном случае мы закроем клапан перед соленоидом, так как соленоид у нас не работает, ждем новый. Если у вас все работает, то клапан закрывать не нужно. Уже 11 ppm, сейчас еще 2-3 минуты и будет все нормально. Температура также проседает, прикрываем еще байпас. Везде меточки, я их просто ненавижу. Открываем химию на питательную воду. Эта химия служит для предотвращения накипи образования в испарителе между пластин. Если своими словами, то эта химия нужна для того, чтобы увеличить время работы испарителя без вскрытия и механической чистки. Сейчас постараюсь показать, куда она подается.
химия называется ваптрит. Практически на всех судах, на которых я работал, судовая химия используется производство Юнитор. Соленость 4 ppm. Температура 47. Немного прикроем байпас и добавим питательной воды. Также, если питательной воды будет мало, у вас будет быстрее засаливаться испаритель. Температура 47, почти 48. Видно или нет, это флоуметр воды. Здесь мы засекаем, сколько варит опреснитель. Каждый день моторист в 11:30 переписывает его, и мы считаем, какая у него производительность за сутки. Вот данный опреснитель произвел 33 707 тонн воды. Соленость 2 ppm, то есть практически чистый дистиллят. Опреснитель работает, так он запускается. Это я объяснил своими словами, может что-то упустил, но как смог, так и рассказал, вроде бы все сказал. Выходе из опреснителя всегда должно быть позитивное давление. Регулировать его можно клапаном выхода. Немного прикрывали его. Следующее видео сделаю, как остановить опреснитель. И одно отдельное видео будет, как он устроен. А, да, после того, как вы его запустили, и после того, как у вас стабилизировалась соленость, необходимо активировать сигнализацию. Если соленость поднимется выше 10 ppm, то выйдет сигнализация, и тогда уже придет механик и будет разбираться. На этом все. Если есть вопросы, пишите в комментариях, пишите в мой инстаграм. Чем смогу, тем помогу. Отвечаю практически всем. Всем спасибо за просмотр. Делитесь видео. Всем удачи и пока.